меня зовут Максим, вы смотрите «Канал за квась». Сегодня продолжим обзор апартаментов. Вот мы приехали в новые апартаменты. Брервуд. Располагается на югах. Сейчас пойдем в продаж и пообщаемся на предмет, сколько апартамент стоит. Пока что вот я вижу у Тати вот домики, рядом гаражики и достаточно ухоженная чистая территория. Это фитнес-центр, который относится вот к этим апартаментам. No need extra fee for use this center. Для использования никаких не нужно дополнительных платежей, все входит в арендную плату. Очень хорошо. What time is open? From morning, from 9 or for... 5 a.m. to midnight. Okay. С 5 утра и до полуночи работает. Wi-Fi is present? Wireless internet in here, yes. Okay, it's for free or you need an extra fee? For free. Okay. Интернет, это такой бизнес-центр, он прямо совмещен рядышком с вот этим самым, с фитнес-центром. Можно прийти в любой момент, поработать. It's the same time as working. Yes. С 5 утра и до полуночи. Можно сюда прийти и поработать, бесплатный интернет. Public domain? What? It's public domain? Yep. О, awesome. И прямо при выходе еще вот такая вот штука. Можно взять и вот пожарить шашлычок. Это прямо возле фитнес-центра и как раз здесь. Пожалуйста, прямо вот. И рядышком есть... it's a pool? Yes, that is the second pool. Сейчас он закрыт, потому что холодно, но на летний сезон его открывает бассейн, который тоже входит в стоимость аренды. It will be similar apartment, but on the first floor, correct? Yes, it's on the first floor. Okay. So they are remodeling this, like I was saying, so everything's gutted out. Да. Здесь мы только смотрим, как располагаются апартаменты, но они будут располагаться на первом этаже. Да. Мы говорим сейчас про то, что просто вот такая территория, вот это все, это просто показать, как апартамент выглядит, потому что у них сейчас свободных апартаментов нету. Люди, которые сейчас живут, они в конце... месяца уезжают, а вот эти апартаменты будут готовы. Это второй этаж у нас, второй этаж. What's the time this exactly this apartment will be ready after remodeling? This one's rented already. Rented already. Yeah. Вот конкретно вот на эти апартаменты уже есть человек, который уже в очереди стоит, потому что хочет второй этаж. Но вот ровно такие же апартаменты вот с выходом на улицу. Одна большая комната, одна маленькая комната. Я так понимаю, встроенный шкафчик здесь. И ванна. Вот здесь располагаться будет. Шкафчик. И, соответственно, вот эта кухонная зона, она отдельно ограждена будет. С холодильником, с камином. И еще вот здесь будет шкафчик. Вот такой вот. Вот. Возможно. Okay. Да, вот. То есть, получается, вот такие вот апартаменты, абсолютно такие же точно по площади, но на первом этаже, и они будут готовы, клиент, то есть, уже полностью с техникой нафаршированной, вот в конце апреля месяца они уже будут готовы. The rent 650. 660. 660 долларов. Это без utilities вот за эти апартаменты, включая бассейн, включая... бизнес, вот этот вот центр, где можно с интернетом работать, включая бассейн и вот этот, как он, джим называется, фитнес-центр с тренажерами. Excuse me, questions about internet. In this apartment already has connections to internet, or need to make a call to Cox cable or... You'd have to set it up with Cox cable to get internet or cable. It's already... I mean, they can come put it in and you pay for it, yes, but we don't pay for that. Okay, it's necessary to make a contract directly with Cox Cable. Yes, that's correct. Okay, and the same problem with televisions. Yep, same thing with cable, like you have to call Cox Cable. Okay, Cox Cable assign a contract for TV. Okay, right. Okay. Значит, с интернетом та же самая история, что с телевидением, в отличие от тех апартаментов, где мы...
Живем мы уже в стоимость входит телевидение. Здесь нужно будет звонить Cox Cable, но это ничего сложного нету. И подключаться к и телевидению, и к интернету. Все занимает буквально 1-2 дня. Расценки, правда, у Кокса не дешевые, но тем не менее. Первый этаж у нас, даже не бейсмент, у нас ландри. The dollar and quarter. Per, yeah, $125 for wash, $125 for dry. Окей. Ну, вот такие вот два аппарата. Один стирает, другой сушит. Доллар четвертак, можно и постираться, и за доллар четвертак можно потом все высушить. Окей, awesome. You get a laundry card that you put money on in the office, and then you use the card in the machine. Oh, good. Это еще лучше. Значит, у них в офисе дают специальную карточку, которую засовывают сюда, и не нужно себе ломать голову с тем, чтобы менять коинсы. It's a problem for my wife every time in our apartment. Has no change, no exchange machine, which changes bills. Oh, it's quarters. You guys come move here. Я посмотрел эти апартаменты. Сейчас медленно проедусь по территории и поснимаю, как здесь все выглядит. В целом очень позитивное впечатление от того, что я увидел. Очень позитивное впечатление. Вот гаражики, вот еще один комплекс, вот еще один комплекс. Напротив, еще одни апартаменты располагаются. Вот это все, вот этот комплекс апартаментов. Есть даже двухбедрумные, то есть получается фактически это трехкомнатные даже есть. Если у вас есть комментарий и вы хотите задать вопросы по аренде жилья и переезду в США, пишите, постараюсь ответить по мере возможности и времени. Хорошего всем дня!